Здравствуйте, мои дорогие любители сочинской загородной жизни. Сейчас я вам хочу показать первичное видео наших замечательных новых участочков в Каштане. Их, напоминаю, здесь у нас в продаже пока 6 штук. Это на самом деле не очень много, это можно все продать до лета, но, скорее всего, так и будет. Значит, смотрите, я стою на одном из нижних участков, который у нас самый любимый у граждан. Вы поймете, почему. Смотрите, какая прелесть. Вовсю цветут нарциссы. Мои нарциссы. Да, вот кто-то уже тут из моих родственников говорит, что мои нарциссы. Вот, тут куча фруктовых деревьев, и, как вы видите, он практически ровный. Значит, мы сейчас ведем работы следующие, то есть мы убираем лишние деревья сверху, которые мешаются строительству дороги. Да, вот, кстати, нарвали уже нарциссов. Идет первичная отсыпка дороги. Вот, и я решил, что мы все-таки сделаем вот здесь вот опорную стенку. Видите, чтобы вот этот левый край к нам на дорогу не съезжал. То есть участком он нам не угрожает, но может во время дождей съезжать на бетонную дорогу. Дорога будет бетонка до низу, будет очень удобно заезжать каждому участку. Поэтому сделаем опорочку. Немножко все подсохнет, потому что, видите, еще идут дожди. Значит, что по участкам? Участки у нас в среднем тут 4,6 сотки. Самые видовые, соответственно, вон там наверху. Вы можете потом видео с дрона увидеть, как они расположены. Самый ровный участок вот этот, самый нижний. И самые недорогие участки, если брать, то они вот идут вот здесь. Тут вот два участка, тоже они будут идти 4,6 и 4,5 соток. Вот. Но у них есть прелесть, то что они находятся у леса, и у них вот эта вот дополнительная площадка, которая внизу будет, вот здесь вот малина перед вами, вон там, соответственно, были грядочки, уже просто собрали на продажу цветы, это тоже фактически относится к нам, мы это можем использовать. И дополнительная прелесть, друзья, в том, что у нас здесь реально есть озеро, вот там вот спуститься, с дрона тоже видно. Метров 30 есть озерцо с рыбкой. Представляете, там рыба. В свое время ее просто туда завели, и можно ходить рыбачить. Да, оно маленькое, по, скажем так, по сочинским меркам это озеро как озеро. По российским, конечно, это мини-прудик, но тем не менее, когда есть водоем, это очень круто. Смотрите, еще одним из преимуществ данных участков является то, что у нас идут здесь два постоянных небольших ручья. Один у нас идет вот по границе, вот так он сверху идет и выходит вот здесь вот, уже за участком, и уходит, соответственно, туда озеро. То есть оттуда можно брать дополнительную воду, например, для полива. Микрогенерирующую станцию, к сожалению, не поставишь, все-таки ручей небольшой, был бы он большой, была бы проблема. И вот там вот дальше тоже есть еще один небольшой ручеек, вот его также можно задействовать. Или вот здесь он протекает, вот видите, канавка. В общем, он по границе какого-то участка идет. Поэтому, друзья, звоните, пишите, ставьте лайки, если вам нравятся эти участки. Ну и смотрите сверху пролет дрона, как это сейчас выглядит. Ну вот я приехал, тут просто мечта сейчас, честно. Супер место вообще. Очень рад, что мы готовим этот участок к продаже. Когда вот все закончим, он просто засияет. Уже все расцветет, поэтому пока-пока, друзья.